что посетили нас в этот прекрасный вечерок. Мы сегодня вам сыграем наши авторские композиции, немножко женские, немножко романтичные. В общем, так сказать, вынесем на суд, на ваш. Какие-то пьесы играем второй раз, которые какие-то совершенно первые. Прозвучала пьеса под названием «Колыбельная блюза». «Колыбельная блюза». Следующая пьеса называется «Столкновение». И так как в пьесах нет слов, то немножко просто будем объявлять название и «Столкновение», я бы сказала, реальности, реальной жизни, с виртуальной. Сейчас очень много у нас появилось разных гаджетов, айфонов, и люди просто в них погрязли, да. Ну вот, как происходит столкновение и кто в нем побеждает, судить вам. Thank you.
Спасибо большое. Следующая еще одна моя пьеса называется «Между прошлым и будущим». Ее с нами споет Светлана Колбасина. Добрый вечер. Спасибо большое. Как-то так получилось, что прямо все мои пьесы с самого начала. Следующая пьеса называется «Когда не хватает солнца».
на самом деле у нас только две песни в программе со словами. И одна из них – песня на стихи Уильяма Блейка, английского поэта, символиста. Вот мы так легкомысленно положили на музыку такую. Thank you.
большое. Следующей песни автор Елена Шманкова, называется она «Плен воспоминания». Сыграет с нами ее Михаил Владимиров, замечательный мастер губной гармоники. Thank you.
У следующей пьесы есть небольшая история. Какое-то время назад я путешествовала в Шотландии, и вот недалеко от города Эдинбурга есть такое местечко Инверарь. В этом местечке совершенно стоит потрясающий, просто необыкновенной красоты замок. И по легенде в этом замке живет привидение. А история была такая, что хозяин этого замка, граф, был влюблен в одну юную арфистку. В общем, облажала она его звуки волшебной своей арфой, но недолго, так как мы знаем, графы переменчивы в любви. Когда он арфистку разлюбил, приказал он ее как-то ликвидировать. С тех пор по замку ходит призрак арфистки, и до сих пор многие слышат звуки ее волшебной арфы. Ну, под впечатлением этой истории написана следующая пьеса, которая называется «Призрак замка Инверарь». Thank you.
Следующая пьеса, как прекрасно соответствует своему названию и тому времени года, который сейчас уже накануне, который наступает, сочинила ее Елена Шманкова, и называется пьеса «Дорога в осень». Thank you.
Thank you.
Следующая композиция под названием «Чайки на дворе» тоже принадлежит нашей пианистке Вере Шматовой. Спасибо большое. Следующая пьеса прозвучит в трио. Ее автор тоже Елена Шпанкова, называется она «Предчувствие дождя». Thank you.
Следующая пьеса родилась из маленьких таких вокальных упражнений, которых я придумала для маленькой девочки Ксении. Вот сейчас эту пьесу споет Светлана. А, называется «Пение для Ксении». Подходим к концу нашего концерта. Следующая пьеса называется «Ты оставишь мне песню». Написала ее Елена.
Спасибо. В завершение нашего концерта мы сыграем еще одну пьесу Елены Шманковой. Называется «Блюз для Ани». Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Это была группа «Артисты Крым» с нашей новой программой. Спасибо, приходите к нам на концерт. Светлана Колбасина, вокал. Елена Шимонкова, клавишные инструменты. Анна Петрова, бас. Михаил Владимиров, губная гармоника. Дмитрий Сланский, барабаны. Елена Филиппова, саксофон. Артисты Крыма.